Ну, на данный момент мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах, где отличная погода, зеленое поле хорошего качества. Сейчас урегулированы все нюансы проведения сборов для того, чтобы команде было наиболее комфортно. И дорога, питание достаточно хорошего уровня, проживание тоже. И самое важное для нас – это тренировочный процесс, который на данный момент идет по плану, и надеемся, так и будет продолжаться. Закрытие трансферного окна. Мы планируем усиление. И на данный момент говорить о том, какая будет у нас линия атака рано, и даже говорить о том, какой будет у нас стиль игры достаточно рано, потому что будет зависеть от набора исполнителей, которые к нам приедут, но цель у нас остается прежней. К сожалению, Алан Татаев получил травму ахиллового сухожилия, все-таки дало о себе знать искусственное поле и морозы, которые невероятные морозы в Ереване, аномальные, как мне сказали, и позиция центрального защитника нам очевидно будет нужна. И также группа атаки. Мы на данный момент просматриваем несколько футболистов на сборе. У нас будет запланировано 4 игры. И уже каким будет линия атаки, с учетом того, что кто-то, возможно, добавится, мы ждем. Вот это вот основные позиции, которые мы хотим укрепить. А вратарь? Находится с нами вратарь Кобызев, знакомый всем любителям футбола Армении. Мы также наблюдаем за тем, какую пользу он может принести команде. Ровно настолько, насколько футболистов приедут, с учетом того, что 3 ведущих футболиста покинули нашу команду. Но я думаю, что, скажем, это свидетельствует о работе клуба. Если футболисты востребованы в других командах, как в российском чемпионате, чемпионат Армении, показатели работы. Абсолютно все футболисты будут играть. Запланировано, что в каждой игре каждый футболист должен привести определенное количество игрового времени. Такое, насколько он на данный момент готов и сам. Мы не можем тренироваться там, где холодно и там, где искусственные поля. Это опасно для здоровья футболистов, и мы имеем очень большие риски. Да, мы имеем также при переходе на искусственное поле. Мы надеемся, что будет лишь 2 игры, 2 тура при возобновлении чемпионата. Ну и также у нас будет неделя для подготовки и адаптации Еревана на искусственном газоне, на том, на котором мы будем проводить игры.